Сегодня выпивали? Утром, да. Много? Очень много. А что пили? Андрей Викторович. Что это? Алкотестер. А что пили-то? Водку. Водку? Олег Викторович. Сколько примерно? Там 300, наверное, считаю. А куда собирались ехать? Домой. То есть с керамического дома? А где живете? Варнагина, и вы собирались через весь город после употребления алкоголя проехать? Вам сколько лет? Какая разница? А мне да какая седьмой, десятый. Так а какая разница? Вы в курсе, что алкоголь притупляет реакцию водителя? Сотрудников патрульно-постовой службы вы двигались по всей дороге. Я же могу привести очень печальным обстоятельствам. За 40 лет я 4 раза попадал в ДТП. И я ни одного раза не был виноват я. Вот здесь ты сейчас, при чем тут ДТП, если вы в состоянии опьянения? Сейчас, это хорошо, да. Что у вас сейчас сотрудники ППС задержали. А что могло бы случиться в том же самом центре, в Петроградском районе? Ничего бы не смогло. Этого мы, к сожалению, не узнаем, и слава богу. Слава богу. А теперь... Это еще неизвестно. Мы сейчас произведем освидетельство при помощи алкотестера на месте, либо через доктора, через наш алкотестер, который поверен, который специальный. Не смогу. Это хорошо, что он у вас есть. Что вас побудило сесть за руль и поехать все-таки? Да закончилась работа. Работа закончилась? Да. А такси вызвать? А машину бросить? Да. А почему бы нет? У вас на работе бы ее что, кто-то украл бы, забрал бы? Это же лучший из вариантов для всех. Такси вроде бы есть, работает. Либо то же самое маршрутно-транспортное средство, маршрутка какая-нибудь. Я бы доехал до дома, честно говоря. Либо попросить кого-то товарища. Вы понимаете, нету такое понятие по правилам дорожного движения. Доехал бы, чуть-чуть выпустил. Да, согласен. Алкоголь он притупляет. Да, мышление, да, реакцию водителя. Согласен. Виноват. То есть... Миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Пробить.